где? Уральские бабушки? Что это? Рэп-политика. Мега программа. Что у вас 10:40 начинается? Вот тут, мне кажется, вас сожрали с потрохами. Рэп-политика. У вас камня на камень не осталось от вашего танцевальной программы. Исторические путешествия и как стать успешным. Меня очень порадовало, что вы были очень активными, очень изобретательными. В целом, вы были молодцы. Я вам аплодирую. Первый конкурс. Вам нужно придумать смешное, звонкое, красивое, громкое название своей команды. Время пошло! Мы готовы! Мы готовы! Пожалуйста! И подача. Мы там репетируем. Смотри, у тебя первая фраза, это очень важная фраза. Ты должен ее подать в зал. Вот так смотришь на них и говоришь: вы крутые отстойники. Это 190. Вот сюда, вот сюда. Вот. Что? Я перемешал гербов команды. У нас есть попытка спеть эту песню из головы. Прошу. Выходит кот из забора, а у него ромашка на носу. Это называется находка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. И мой, и летом стройная, зеленая была. Мальчик розу увидел, розочку на поле. Господа жюри, что вы скажете? Зачитываем, да. Зачитываем. Лайки. Итак, команда Дуди набирает 13 баллов. Ну, на самом деле, вы большие молодцы. Тут вот клевенщики большие молодцы, потому что некоторые у них находки были очень хорошие. Немножко не хватило артистизма где-то, немножко где-то не хватило запаса знаний, ничего страшного. Дузики молодцы, Дузики победили. Хотя есть над чем работать. Читайте больше, смотрите больше, учитесь. Побольше смотрите кино. Старайтесь все делать с удовольствием. Учиться, жить, работать, бегать, заниматься спортом. Все, когда ты делаешь что-то с удовольствием, то ты гарантированно добьешься успеха. Все, спасибо вам огромное.